Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приехали в гости к человеку, которого вы уже наверняка многие узнаете. Это Алексей, сотрудник магазина «Фарнакс» на улице Большевистская в городе Новосибирске. Очень ценный кадр, мастер на все руки. И это человек, у которого в доме на дачном участке установлена одна из самых продаваемых печей в России – огонь-батарея. Но у этой печи есть очень интересная опция, и это встроенный теплообменник для выносного бака. Алексей, привет! Привет, Жень! Спасибо, что пригласил в гости. Всегда пожалуйста. Ну, на самом деле, я напросился, пользуясь служебным положением, но тем не менее, Алексей мне не раз уже рассказывал о том, что какая классная печка у него стоит, и мы все-таки решили выбраться к нему на дачу, чтобы вживую посмотреть, как она работает. Первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, и в принципе, который интересует всех наших зрителей, как печь работает в режиме длительного горения? Потому что кто-то может перевести, кто-то не может, кто-то сталкивается с какими-то проблемами, то прогорает, кто на самом деле печку переводить длительное горение не всем просто нужно. Если печка подобрана по кубатуре правильно, то в целом длительное горение будет работать замечательно, и человек почувствует удовольствие от этой печи. Если печка подобрана неправильно, с завышением мощности или занижением, то длительное горение сразу утухает в никуда. Потому как перевести мощную печь в длительное горение в маленьком помещении — это обеспечить себе баню. Угу. Маленькую печь перевести в длительное горение — сгорит, все равно все быстро, не поможет. Поэтому подобрать печку правильно, заложить туда сухих дров побольше, растопить и закрыть все, что можно ей закрывать. Ну, в теории все очень просто. А как это на практике? Давай посмотрим. Давай растопим. Давай. Две спички осталось во всем доме. Перехвалил я тебя, Алексей, но тем не менее, давай попробуем. Давай сначала расскажем нашим зрителям, что это за печь. Печка эта досталась мне, скажем так, по наследству. Именно в этом цвете. Цвет довольно редкий, но до сих пор вот уже на самом деле печи, наверное, ну, лет около 5, и не пришлось ни разу ни подкрашивать, ничего с ним делали, ни разу даже толком не мыли. Ну, выглядит она вполне нормально. То есть тот же самый цвет, ничего не шибко не изменилось. В общем-то, печка с теплообменником, горячая вода всегда есть. То есть мы не делали систему отопления никакую, нужно было просто греть воду. Угу. На 60 литров стоит бак. Грубо говоря, в течение топки печи он нагревается до уже высокой температуры, и потом уже весь день вода просто теплая, можно помыть посуду, помыть руки, все что угодно, ну и так для хознужд более чем. Ну я смотрю, и чаек тут, да? Чайку конечно, мало, конечно, тем более когда света нет первое время, ну довольно быстро закипает, надо сказать. Выход дымохода у тебя организован через, получается, потолок. Да, mm-hmm. Это установлены цинные трубы, достались они тоже совершенно нам случайно. Вот, они идут полностью через два этажа сэндвич, стоит сразу сэндвич-труба. Не было нормально установлено, на самом деле, монтажной площадки с креплением, поэтому начало ломать сэндвич-тройник. Угу. Это уже мне пришлось дорабатывать, переделывать уже по ходу. И подключение теплообменника сделано пластиковыми трубами. Я когда это первый раз увидел, сильно удивился, думал, сколько проживет. Но однако 5 лет, видно, что пластик, наверное, маленько подсыхает. Да, да? Желтеет. Но придет время, поменяю на гофротрубы. Лавита — это будет самый хороший вариант. Ну что, давай затопим. Давай попробуем. Сейчас маленько возьмутся. Растапливаем всегда мы сосновыми дровами, сухими очень. Разгораются они элементарно быстро. Как-то не задумываемся там насчет лучины какой-то. Это все долго. Каждый день это делать, строгать ее здесь, это никто не будет делать. Вот, можно посмотреть на стекло. За все время ни разу его никто не протирал, потому что это на самом деле смысла не имеет. В моменте горения, если, грубо говоря, вечером ты растопил или что-то еще, через стекло видно свечение в целом, что внутри что-то еще горит. Хотя, в принципе, практически не слышно. Ну а в длительном горении, чтобы печка работала долго, что ты не делай, она зарастет точно. Угу. Температура довольно низкая в топке в момент горения, и сажеобразование на стенках образуется быстро. Ну, то есть, чаще всего вы именно печку в режим длительного горения переводите, абсолютно, когда работаете. А иначе 10 минут, и здесь жарко. Дальше угу. Смысла нету. Ну, возможно, поэтому печь выглядит практически как новая. Ну, конечно же, есть следы эксплуатации, но в целом... Ну, вот даже сейчас стекло, вот оно как закручено. Угу. И вот если посмотреть через дверку, свечение, ну, есть, видно, да, вполне видно, нормально. Да. Хватило нам одной спички. Ну, опыт. Ну, на самом деле печка, конечно, пользуюсь я очень редко. Я ее топил, наверное, ну, в десяток раз, не больше. Все это время топит ее тесть.
здесь с печкой доволен. Он сюда приезжает, когда снега еще по пояс, потому что не может уже сидеть спокойно в квартире. А здесь он сам себе топит печку, жарит на ней сразу все, пока света нет. Ну, что там по воде у нас? Есть полчаничка. То есть есть шанс еще чайку попить? Чайку попьем. Хочу печку развернуть правильно, сделать дымоходы вверх, пускай через полуотводы какие-либо, там с монтажной площадкой в верхней части. Но место можно будет сэкономить больше, оно будет стоять правильней. Вот здесь получается табуреточка УМКшная стоит, да? Да, подогнал ее по высоте, все встало. Единственное, что дымоход, конечно, он не УМК, пришлось долго повозиться с диаметрами, чтобы подобрать. Ну, получилось. В чем была проблема? Я так понимаю, дымоход всей массой давил, наверное. Дымоход, да? Через два этажа идет, нигде не крепится абсолютно, не снимается нагрузка. Когда я первый раз увидел всю эту конструкцию, у меня начало тройник, сэндвич, выгибать уже верхнюю зону. Я крышку снял, заглушку, вот это получается с отверстием, а в ней внутренняя часть тройника уже сильно повело, то есть чуть ли не оторвало уже от самого корпуса тройника. Ну вот пришлось это все выпрямлять в обратную сторону, приподнимать дымоход, ставить монтажку. То есть нет, когда нет возможности к стене закрепить дымоход с помощью кронштейнов и монтажной площадки, можно использовать вот такую вот подставку. Да, здесь вариантов было немного. Стены обшиты гипсокартоном, за ней утеплитель минвата, и только дальше кирпичная стена. То есть закрепиться вообще невозможно. То есть только если на втором этаже, можно было попробовать поставить. Но тоже там не так много места. Ну а так, в принципе, очень просто. Вся нагрузка принимается вот этой подставкой. Да, и дымоход разгружен, выход дымохода тоже. Печка абсолютно безопасно работает. Да, в случае чего, если даже вдруг придется что-то здесь поменять, почистить, может даже и печку отодвинуть, без проблем дымоход почистить. А кстати, насчет чистки дымохода. Так как вы пользуетесь печью в основном в режиме длительного горения, насколько приходится чаще чистить его? Вообще чистили его или нет? Один сезон весной я открывал заглушку, в ней было сантиметр сажи, наверное. Я посмотрел фонариком, внутрь посветил камеры, я видел насквозь трубу, отверстие абсолютно целое, не заросшее, то есть все внутри сухо, никакого нагара и копоти. Несмотря на то, что вы сосной еще топите. В основном практически. То есть в этой печи именно практически полностью сгорела старая дача деревянная. Со всеми ее рамами, окнами, дверьми и все, что можно было. Печка всеядная. Конечно, мы не топим, когда на улице сильные морозы, мы здесь не живем зимой, не бываем. Топим только когда еще вот октябрь месяц, там до минус 15 здесь. А, ну да, потому что нет сильных перепадов температур, с внешней средой есть температура и дымохода. То есть точка росы еще довольно высокая, и при этом... Минус 10, минус 15 и все, и в принципе дальше мы замораживаем, уезжаем, тут смысла находиться нет уже. Ну, жар пошел, уже хорошо, уже приятно рядом с печкой стоять. Мы скоро будем подкидывать. А теплообменник-то работает действительно очень быстро. Да, вот, я не знаю, сколько у нас еще. Да еще 5 минут не прошло. Разгорелись дровишки только. Только разгорелись дрова, а уже подача теплая. А можно ли апгрейдить ее? Все-таки подключить, сделать полноценную систему отопления под лоем? Да, я думаю, без проблем. Как показывает практика, встроенный теплообменник довольно неплохо греет. Правда, конечно, пока печка горит. И теплообмен должен быть тоже пропорциональным тому, как... 1 литр теплообменника при интенсивном нагреве он может легко закипятить, допустим, одну там один радиатор, там 6 секций. Соответственно, ну, пару радиаторов, там секций по 80 подключить, он будет нагревать ее быстро и нагреет действительно следующую комнату. То есть, если в принципе есть желание заморочиться, поставить насос, буквально группу безопасности, мембранный бак и залить в нее антифриз. Все, и у вас будет реальное отопление дальней комнаты какой-либо. Сейчас вот как у нас за стенкой есть комната, открытые двери, 3 двери до той комнаты. Воздух доходит теплый. Конечно, не в таком объеме, как она здесь находится, возле печи, но там все равно более-менее тепло. Сейчас мы закинем березовый дров на разгоревшуюся сосну. Там еще, правда, прям очень эффективное горение идет. Спотеем? Жарко будет. Сейчас маленько разгорятся березовые дрова, чтобы они просто, как бы, скажем, занялись. И потом мы ее попробуем перевести в длительное горение. Перекроем ее под дувало, прикроем шибер, чтобы воздух поступал через инжекторы. И попробуем замерить время горения. Закинул я 4 полежка маленьких. Сейчас 16:34.
35. На самом деле топка в углы батареи выполнена на вертикальной форме, чтобы можно было больше заложить по объему дров. Соответственно, чем больше дров, тем дольше они прогорают и дольше работают на длительном режиме. Но тут столько просто не нужно. Уже на улице тепло, если мы сейчас ее полностью закладем, меня в этом из дома выгонят. Леша, расскажи, пожалуйста, вот круг. Многие опасаются, что из него будет поддымливать что-то, идти дым при режиме длительного горения. Во всех печах, еще начиная с обычной домашней кирпичной, были чугунные плиты. И везде были кружки, через них все закидывают уголь и так далее. Если через нее пойдет обратно дым, то это либо должен быть какой-то хлопок внутри, то есть это какие-то явные проблемы с дымоходом. Если дымоход у вас в порядке, он сделан по правилам, никогда в жизни через него ничего не пойдет. В принципе, сейчас можно будет открыть верхний кружок, его диаметр где-то около 100 мм, и дым даже тогда сюда не пойдет. Поэтому волноваться за эти щели. А сама по себе плита чугунная на печах, очень редко у меня ее родственники снимают, когда печку топят, потому как если ее снял, поставил что-либо, дно коптится. И это не очень хорошо. Хорошо, когда вот такой старый чайник, у него дно оно углублено, и в принципе ничего страшного, потом поставил куда-либо, не заморал. А если на бок сковороду, я так допустил такую оплошность в этой весной, мне теща высказала, потому что потом ее отмывала долго. В целом она что с чугунной конфоркой, что и без нее, в принципе, она готовит довольно быстро. То есть хоть яичницу, хоть что можно сделать. Теплообменник тоже, на самом деле, он сейчас выполнен, довольно далеко находится бак, и уклон небольшой. Из-за этого при нагреве он производит такие тоже, как бы, рационно проводит воду. Если, конечно, в полной тишине, то слышно, как она шуршит. Тем более, если печка работает долго, то уже теплообменник на грани закипания, потому что бак нагревается уже до высокой температуры. Ну, то есть мы не рекомендуем в таком виде эту систему устанавливать, да. То есть это, конечно, было установлено не мной. Да, не специалистами, но даже в этом виде при таком, не сказать, что варварском монтаже, но простом монтаже, эта печка прощает ошибки своим владельцам. Да, и обогреет воду, но точно так же. Поэтому пользуемся. Пока что так. Интересно попробовать. Вот он, дырка. Ну, полностью открыть. Тяга стабильная, хорошая, даже при открытом кружке в комнату абсолютно ничего не попадает. Чувствуется только жар, исходящий от огня. Да, дров хорошо пышет. Дрова хорошо разгорелись, можно ее переводить в длительный режим. О, самое интересное, давай. То есть снизу поддувало, так как оно герметичное, оно должно быть у вас закрыто обязательно. Прикрываете жиклер подачи воздуха. Также надо прикрыть шибер, чтобы маленечко уменьшить тягу. То есть не до конца прикрываем, пока вообще, да? Вообще, да, а и так достаточно на самом деле. Вот сейчас у нас уже даже интенсивность видно, что меньше. Сейчас постепенно, кстати говоря, будет видно, как печка начнет даже потрескивать в сторону остывания. У нее перестанет видно сильно огонь через дверцу, не будет яркого свечения. И печка начнет действительно остывать до такой температуры, что практически можно руками трогать. Слышно, как звук меняется. Да. Перестал свистеть чайник. Сейчас практически полностью замолчит теплообменник. Какое-то время уйдет сейчас, конечно, настывание металла от высокой температуры. Но потом постепенно она выходит на режим. И все. На данный момент воздух в топку попадает через жиклеры, которые находятся у нее за щелевым конвектором. Даже от конвектора идет сейчас жар, но не такой серьезный, как от того воздуха горячего, который выходит сверху печи. Вот, кстати говоря, тоже. Вот она, ножка. То есть печка была нагрета до высокой температуры. Пол холодный вообще. Притопочек, да, кстати, само собой, холодный. Тоже. Ножки тоже еле теплые. То есть в целом, конечно, из-за того, что зольный ящик, из-за того, что там находится пепел, то есть температура вниз она никак не пройдет. Давай посмотрим, что у нас по дровам осталось. И там еще как минимум на часа полтора горения. Угу. То вот я сейчас шибер открыл, сразу начинают они светиться. Видишь, как быстрее. Так,
возвращаем. Хотя можно еще через дырку глянуть. В каком-то монастыре состоянии. Ну, прям дрова еще обугленные, конечно, но еще есть чему гореть. Шикарно. 2 часа почти горит. Ну, да. Без 10 минут. Можно было поднять время горения, но на улице плюс 15, если мы заложили бы полную топку, горела бы она долго, здесь было бы очень жарко. Дорогие друзья, мне пришлось снять толстовку, потому что здесь уже находиться невозможно. Мы практически в бане, больше 36 градусов температура в помещении. Очень хорошо, очень эффективно работает эта печь. Сколько мы заложили дров в нее? 4 полежка дров сосновых, березовых. В общем-то, в чем вопрос? Печкой надо пользоваться в разное время по-разному. И то, что мы делали сегодня, это из ряда вон для нашего климата на данный момент за окном. И уже дом просушенный, прогретый. Столько закидывать уже не нужно. Достаточно и 2 полежков или там сосновых полежков. И тут было бы тепло и замечательно. Ну, в виде эксперимента хотели попробовать долго, сколько будет гореть. Выдержать это уже невозможно. Тут уже 35 на градуснике возле окна. Так что нам хватит. Но в любом случае мы можем вам порекомендовать эту печь к покупке, потому что печь уже зарекомендовала себя. Но не только у Алексея, а, конечно, уже у многотысячной армии тех людей, которые приобрели себе печи огонь-батарея от компании ТМФ. Комплектации различные. И мы сегодня рассмотрели с вами, наверное, самую экзотическую комплектацию. Огонь-батарея 7 в цвете шоколаде. Плюс еще и теплообменник. Теплообменник, кстати, работает тоже очень хорошо. 60 литров практически кипятка мы за 1.5 часа здесь получили. Единственное, что Алексей еще добавлял воды, чтобы немножко сбить спесь этой очень-очень-очень жаркой печи. Ну и, опять же, очередной миф мы развеяли. Никакого дыма через чугунные кольца не идет, потому что тяга стабильная. Когда тяга стабильная, когда дымоход прочищен, то, что о чем говорил Алексей, проблем не будет. Точно. Вопрос в том, что на самом деле сейчас мы протопили таким образом. Теперь до завтра эту печку никто трогать не будет, и, скорее всего, до обеда, если не до вечера. Вода горячая будет в баке, ну, до завтрашнего обеда точно. 60 литров остынет не так скоро. Поэтому в целом... Плюс это еще дополнительный теплоаккумулятор получился. Да, он остывает долго, от него тоже тепло идет, чувствуется. Ну и в завершении ролика, Алексей, что ты можешь порекомендовать тем людям, которые еще только определяются с тем, какую печь купить, и уже подумывают о приобретении огонь-батареи? Огонь-батарея – печь хорошая, если правильно ее для себя подобрать и купить. В первую очередь, конечно, отталкивайтесь от кубатуры дома. Так как у нас мы находимся в маленькой комнате, одной из нескольких, двери открыты, здесь стало чуть теплее, чем везде, со временем температура более-менее выровняется. Печку подбирайте по кубатуре, не надо брать с огромным запасом, она не будет работать правильно в нужных режимах. Слишком маленькую тоже смысла нет покупать, потому что вы будете опять же быстро жечь. И по комплектации, все знают, что огонь-батарея 7 просто и огонь-батарея 7 лайт. Тоже не всем необходима варочная плита чугунная, при том, что в целом ее довольно редко открываем. Дверка со стеклом, немного удобно, что что-то горит, но в целом без этого можно тоже обойтись. Ну, единственное, что подключение дымохода у них разное, и здесь вопрос по монтажу. Здесь монтаж таким образом выполнен, потому как стены не могут нести нагрузку дымохода, нужен был задним выходом дымохода именно печка. Поэтому мы приобретали именно семерку стандартную. Если есть возможность идти вверх дымоходом, никаких больших масс дымохода не будет. Ставьте верхний выход шейбером, и все будет нормально. Давай-ка пробежимся по модельному ряду огонь-батареи. Это на самом деле широкий выбор для любых помещений, объемов. Начиная огонь-батарея 5 на 100 кубов, она есть опять же light, огонь-батарея 5 попроще. 7, которую мы наблюдаем, в разных цветах, между прочим, черная с графитовыми краями и шоколадная. 7 опять же бывает light обычная. Дальше идет 9, она идет уже на 200 кубов. Разница у этих печей только в длину, и легко можно узнать, что это за печь по количеству ламелей боковых. Здесь у нас 7 штук, огонь батарея 7, рассчитан на 150 кубов. И есть топовая модель, скажем так, для очень больших помещений, огонь батарея 11. Это совсем для, не знаю, каких частных домов должна быть печь, но люди на самом деле ее
часто спрашивают и покупают, в основном, конечно, больше на севера. В нашем регионе, я думаю, такое поставить в помещение, это должно быть вот квадратов 60, только одна комната. Банкетный зал какой-то должен быть. Но зато дрова порядка там 70 сантиметров, можно вообще не заморачиваться, хоть штахетник-то запихивать. Ну вот мы и познакомились практически со всем модельным рядом огонь батареи. Ждем вас в магазинах Farnax, ждем вас на сайте farnax.ru. Вы можете там найти подробную информацию о каждой модификации огонь батареи. Можете также найти инструкцию, в которой подробно указаны как технические характеристики, так и основные моменты, которые необходимо знать для правильной установки печи. Ну, а мы благодарим Алексея. Леша, спасибо большое за горячий прием. Меня тут еще и напоили чаем. Ну, а с вами мы прощаемся. До новых встреч. Пока. Пока.